видеть на этом комитетном мероприятии. Мы уже неоднократно в течение почти 2 лет обсуждаем такое замечательное явление, как медиация. И просто хотела еще раз вас призвать к тому, что мы все-таки говорим о медиации. И говорим о перспективах применения непосредственно медиации как инструмента, как института и о дальнейшем развитии территории Республики Казахстан. Все